могу выходить. Всем еще раз привет. Вот, сразу у меня больше реально людей становится. Привет. Блин, реально летает муха. И уже день четвертый летает эта муха. Какие? Какие именно? На сегодня или не сегодня? Свет некрасивый, что-то у меня. Мне нравится ужасный свет. Там было лучше, как будто у меня огромное лицо. Ты кто? Мне все эти безумно нравятся, я уже об этом говорила. Мне прям нравится. У меня прям, не знаю, душа поет. Все, пока-пока. И тебе тоже. Нет, мы не общаемся. Блин, мне теперь интересно посмотреть, где. Что там за фотка? Что там за фотка? Сегодня после лобного очередного я поняла, что вообще я говорила о том, что я не буду больше никак комментировать Игоря и вообще все, что с ним связано. Но слава богу, что все закончилось и не зашло слишком далеко. Поэтому зальют в трешак. Я заблокировала, если честно, их. Ну, просто по той причине, что пишутся эфиры, но они все равно пишут мои эфиры. Я не знаю, с какого аккаунта, но пускай. Ну, мужчин на поляне мало, поэтому... Добрый вечер. Я вас тоже очень... В общем, мужчин на поляне мало, и, ну, я думаю... Объективно, Игорь очень симпатичный парень. К тебе обязательно придет достойный мужчина. Обязательно. А, это я видела. Это я видела. Нет, я не ушла с Дом 2, я просто в Сити. Слушайте, на самом деле я реально потупливаю. Я очень, ну, как бы, долго думаю. И у меня еще есть такой момент. Сегодня с девочками обсуждала вот этот синдром хорошей девочки. И я всегда, прежде чем сказать, думаю о том, что сказать. Пытаюсь подобрать как-то слова, чтобы не показаться слишком грубой или... Ну, то есть, как будто бы мне нужно угодить. А когда я начинаю говорить от души, вот не фокусируюсь на том, кто что подумает, кто что скажет, то проблем в принципе нет. Спасибо. Ну, на данный момент вот прямо сейчас одна, а так здесь Катя и Алена Опенченко. Привет. А пускай посвящает, мне приятно, спасибо, что мне что-то посвящают. Не знаю, я никого не терплю. Как будто у меня
какая шайба на эфире. Блин, я открыла аккаунт, как вот так работает Инстаграм, у меня сразу очень много людей. Ну, 68 это много, было вообще там не больше 30. Лучше тормози и думай, поножи, чем вести себя, как ведут себя некоторые у вас. Короче, я смирилась с тем, что я торможу, и вообще считаю это своей изюминкой, если честно. И я забила на то, что пишут. Ну, почти забила. Я не хочу, честно, я не хочу его комментировать. Мне есть что сказать, но я не хочу о нем говорить. Спасибо большое. Спасибо. Меня хорошо, кстати, слышно, потому что я на гладильную доску поставила телефон, и динамики, мне кажется, закрыли. Ну, короче, я думаю, что меня плохо слышно. Напишите, как слышно меня. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Когда на поляну? Я не хочу туда ехать. Я реально не хочу ехать на поляну. Я сначала не хотела ехать в Сити, но я не хотела по причине того, что на поляне Игорь. И, короче, из-за него не хотела уезжать. Но вы не представляете, мне хочется прям кричать о том, как я круто себя здесь чувствую. Представьте просыпаться с шикарным видом, засыпать. Он еще более красив. Москва очень красивая. Вечером, ночью. Все горит, все в огнях. И здесь есть жизнь. Я уже вчера об этом говорила. Здесь есть динамика. Здесь есть... Здесь есть то, что наполняет меня энергией. И я прям кайфую. Вот мне, я сейчас смотрю, и мне... Прямо аж плакать хочется, но отплакать от счастья, насколько красиво. Да, у меня есть телеграм-канал. В Сити очень, да, нравится. На самом деле я тоже конфликтная, и у меня в порывах агрессии, гнева прям начинается литься грязь. Я очень часто могу посылать на 3 веселых буквы, но меня это абсолютно не красит, я потом об этом жалею. Честно, вот. И то есть, как бы, вроде в моменте легче становится, а потом я начинаю думать, блин. В телеграм-канале у меня ссылка есть в шапке профиля. Спасибо. Вот я не знаю, работает она или нет, ссылка в шапке профиля. Короче, ребята, мне очень круто. Мне здесь пипец как круто. Мне кажется, я вообще самый счастливый человек на планете. Представьте, я такая девчонка с провинции, которая вот я поняла, что вообще жизнь не видела. И у меня есть возможность сейчас, понятно, что это все не мое, это не моя квартира, но это находится в моем поле, и это уже круто. У меня есть возможность прочувствовать другую жизнь, попробовать другую жизнь. И это на самом деле очень заряжает, мотивирует. Столько много людей, вот сегодня я иду, светит солнышко, очень много красивых мужчин, дорогих машин. Короче, это все прям самая красивая, достойная девушка. Спасибо. Спасибо большое. Короче, я кайфую.
мне все очень нравится. Да, на дом 2. А сейчас еще через 2 дня прилетает моя мама. И я переживаю, нервничаю. Когда день рождения? 29 марта. У меня день рождения. Всем привет. Мне интересно, знаете, для зрителя, смотрят ли они вообще выпуск из Сити? Потому что, ну, это что-то новое, что-то незнакомое. Поляна — это уже как бы заезженная, уже как бы все-все в курсе. Все в курсе, как ухаживаешь за волосами. У меня... шампунь, бальзам, маска от Matrix. И я использую термозащиту и масло для волос. Какое-то недорогое от Olin. Год 2001. У меня кератин на волосах. Но я также ухаживаю очень за волосами, потому что важно поддерживать. Сити неинтересно, если честно. Ну, я поняла, да. Но мне здесь интересно, мне вот здесь очень интересно. На поляне ты просто, ну, там другая абсолютно жизнь. Привет. Знаете, у нас сейчас, я не смотрела выпуски с Сити, но вот сейчас, находясь здесь, во-первых, у нас классный тандем, Опенченко, Горина, я. Мы друг друга понимаем, у нас настолько, я не знаю, вот такие... диалоги, они вот естественно как-то выстраиваются без какой-либо фальши, настолько честные диалоги, настолько искренние эмоции, вот все вот как есть, прям вот жизнь, про жизнь. И, блин, так классно, я так кайфую. Я думаю, что мне еще повезло, что со мной именно Опенченко и со мной именно Катя Горина. Я не знаю, кто такой Елена Гури, кто такая Елена Гурева. И нам дают такие... Я думала, знаете, я буду каждый день там ходить искать по Сити мужика, и я не очень хотела вот такой вот движухи, ну, потому что как-то... выход из зоны комфорта, как бы что-то такое необычное, но нам, во-первых... мы погружаемся в разные сферы, узнаем что-то новое, тоже уже об этом говорила. И задания дают интересные, там, прочитать прохожему стихотворение какое-то. Я вот рассказывала прозу, увидите в выпусках. Короче, прям классно. Я начинаю себя перебарывать. Потом ты чувствуешь такой кайф после того, как ты поборол там свой страх, а я, вы знаете, насколько вот у меня есть вот этот момент, что я постоянно думаю о том, как посмотрят, что скажут, и когда ты проявляешься, даешь себе возможность проявиться, потом испытываешь офигенные эмоции. Ага, я поняла, спасибо. Привет, привет. Короче, я кайфую от Сити. Я уже 10 тысяч раз об этом сказала. По поводу волос, я не могла сама отрастить. Во-первых, я их красила в блонд. Ну, не полностью, не тотал, а в техниках там, в разных. И у меня структура волос, они такие пористые, не очень послушные. Мне приходилось их постоянно тянуть утюжком. Они, естественно, обламывались, несмотря на то, что там я использовала хорошие шампуни, бальзамы, увлажняла их. Я начала делать кератин. Я сделала каре, вот у меня было такое 2 года назад. И начала делать кератин, и с помощью кератина отрастила волосы. Поэтому... Но мне попался очень хороший мастер. Она очень грамотный специалист. В том плане, что она знает там досконально там моменты, там структура волоса и так далее. Она проходила очень большое количество обучений, я ей доверилась.
мы еще вместе работали с ней. Я была бровистом, ну, в одном кабинете. Она вот по волосам мастер. Короче, она делает очень хорошо, и я не знаю, в Москве к кому пойду. А с фигурой сейчас никак. Раньше в зал ходила до периметра, вот сейчас пока что, если честно, не хожу. Я сделаю видео, я сделаю. Сейчас, да, залезала. Они, если что, не грязные. Я их залезала гелем и лаком сверху. Но просто очень... Может, свет так падает. Я просто переделывала хвост, и он не особо зализанный. Выглядит как будто бы... Ну, я делаю кератин каждые там полгода. А, посмотри у меня, а у тебя блонд, я вижу, я не знаю, на блонд, по-моему, не делают кератин, а, тебе какое-нибудь там холодное восстановление, вот насколько я знаю, можно для блондинок, а, Parfait, в подписках у меня Parfait Hair, что-то такое, у меня, конечно, с английским не очень, но классно. Как решила прийти на Дом 2? Ну, просто в какой-то момент. Это вот, знаете, вот такой вот импульс был, и я такая, блин, ну, подам заявку. Все, мне ответили, и вот спустя полгода только приехала. Вот по поводу Игоря вообще не хочу отвечать. Симпатичный парень, но мы вообще максимально разные. Все, что он говорит, делает, я, ну, короче, воздержусь от комментариев. Сейчас покажу. Да, белый тоже пользуюсь. Сначала белый, потом черный. И мне нравится, очень нравится эффект. Я пробовала, да, с потликом нет, пробовала моментальный загар. И если честно, у меня он... Каждый раз, вот три раза я его делала, каждый раз он сходил пятнами. Поэтому больше делать не буду. Красиво, очень красиво и очень удобно, но у меня просто высокое потоотделение, и я делала летом. Естественно, у меня все вот так вот стекало, потом вот эти пятна. Бритвой пользоваться, видимо, вообще нельзя в период... Ну, короче, у меня все всегда сходило пятнами. Да, я одна на квартире. Сейчас покажу. А где моя маска? Я делаю кератин, я уже вот рассказывала. Короче, я пользуюсь вот таким шампунем Matrix, я его... Мне подарила подписчица этот костюм, очень красивый. Шампунь от Matrix, он, по-моему, для жирной кожи головы, а, для объема волос. Вот. Бальзам, только из другой серии. Мне очень нравится, кстати, как он пахнет. Приятно. И маска. Маска у меня здесь одна от Олин. Тоже. Термозащитой пользуюсь, вот такой от Ликата, вроде так называется. И еще, кстати, у Катюхи классная штука, я хочу себе заказать такую же, она, по-моему, на ВБ заказывала.
Я знаю, что домовские многие рекламируют. Я не знаю, что это такое. А, это крем-флюид термозащитный. Он просто охрененно вкусно пахнет. Прям... Я не помню название, короче, какой-то Boys Imperial, что-то такое. Это унисекс и для мужчин, и для женщин запах. Каким карандашом пользуешься в сегодняшнем эфире? У тебя на губах был красивый карандаш для губ. Ну вот, кстати, я купила новый карандаш, он мне очень понравился. Вот этот у меня сейчас на губах. Как он называется? Miss Taste. Он так, в 765 оттенке. Я не знаю, на ВБ есть они или нет. Честно, я в золотом яблоке заказываю. Подписчица подарила костюм. Он с какого-то же, честно, не скажу точно. Да, танцами занималась. Спасибо большое. Мне хочется, чего-то хочется, а чего хочется, понять не могу, но чего-то, блин, хочется. Я буду всегда с тобой. А что там в эфире? Что там в эфире сейчас? Мы ходили на стрип, мне тоже очень понравилось, но мне было очень сложно расслабиться. Где Катюха? Они с Опенченко уехали к Алене, я не захотела. Захотела дома остаться. Дистанция. Надо было топить за дистанцию. Чтоб вообще никаких прикосновений. Ладно, мы ни о чем не жалеем. Блять, аж вот поперхнулась. Мы ни о чем не жалеем, все круто. Все круто. Ты очень хорош, спасибо. 11-й. Да, хочу. И естественно хочу, потому что мне не хватает памяти. Вот у меня сейчас в галерее все самое необходимое, то, что я не могу удалить, ну, память. Я из-за этого не могу вести Инстаграм нормально. У меня очень сильно какие-то проблемы с динамиками. Они шипят дико. Блять, как мне не нравится свет. Изначально не рада. Я была на каблуках, которые для бальников. Короче, изначально была не рада. Я не хотела уезжать от Игоря. И слава богу, что я уехала, потому что мне здесь прекрасно. Спасибо на знакомство. Короче, пока что нет. Пока что другая движуха немножко. Капец, мы на велосипедах, как будто вот вчера. Как будто бы вчера катались на велосипедах, а это уже в эфире.
Блин, смотрите, хочу с вами тоже поделиться, но это просто пипец, это пипец просто. Очень красиво. Нет, мы не сами покупаем еду, но можем и сами купить. Спасибо большое. Да, со Светкой уже зажег. Не, нормально, что, молодец, правильно развлекается. Как красишь губы карандашом? Мисс Тейс, какой ты 700 что-то там. Какой этаж? 44-й. Через неделю выходят эфиры. Блин, я не могу. Мне хочется прям рыдать, как будто бы. Просто вы не представляете, какой у меня вид из окна был в своем родном городе. И для меня вот то, что я вижу сейчас перед собой, это просто до слез. Я вот уже какой здесь день, не помню, когда я приехала. Как-то время так даже протекает незаметно. В общем, очень круто. Иногда свои знакомые заходят, но редко, кстати. У нас разница во времени. На кровати спим с Катей, но она всегда уходит от меня. Не знаю почему. Она, потому что, короче, я сплю. В общем, я сплю всегда со светом и тремя тулупами, короче, накроюсь, ее это бесит. С кем на проекте общаешься? Ну вот сейчас с Сапенченко и с Катей. После эфира я буду готовить и убираться. В Сити, ну, еще на следующую неделю, по-моему, точно, да, мама приезжает. Спасибо большое. Спасибо вам за теплые комментарии. Я тоже считаю, что на самом деле я вообще неплохая девчонка. И у меня есть за что ценить, любить. Не самый у меня, конечно, идеальный характер, не самая я простая дамочка. Со мной не так просто, но я не знаю, может быть, приедет Катя. Мне кажется, борщ. Коронное блюдо. Вот насколько все-таки люди разные. Кто-то пишет, что постоянно меня перематывает, потому что невозможно слушать. А кто-то пишет, что интересно. У меня рост 1,69 м, а вес, ну, сейчас где-то 54, наверное. Аня, привет. Я буду курицу запекать в духовке. И спагетти, наверное, отварю. Я не знаю пока, что будут. Не знаю о том, что будет, короче, с мамой. Еще пока не знаю. Так, где все ножи? В общем, ладно. Спасибо еще раз большое за то, что вы пишете добрые слова. Нет, просто на самом деле у каждого разное восприятие, и это абсолютно нормально. Кому-то я нравлюсь, кому-то не нравлюсь. Но
И я, ну, как бы, действительно где-то торможу. Это правда, мне это свойственно. Но то, как об этом пишут, то, как об этом пишут вот эти вот женщины, ну, я думаю, что, скорее всего, это взрослые женщины. Там, судя по голосовым, иногда они там голосовые записывают, там есть вот одна, которая постоянно пишет голосовые. Ну, очень некрасиво и очень грубо, я считаю. Можно как-то тактичнее, что ли. Ну, вообще можно просто не смотреть и все, перематывать меня молча и не комментировать. Я там так себе станцевала на самом деле, потому что мне приятно, спасибо, но... Нормально, короче, спасибо. Надо учиться принимать комплименты. Я сейчас ем, а потом опять напишут, что я жру в прямом эфире. Какой кошмар она жует, как некрасиво, как противно, как стрёмно. Вот как будто, блядь, мы не люди, и что? Я хочу есть. Вот кому не нравится, он просто выйдет и не будет смотреть. Ладно. Я пошла переодеваться, сделаю свои дела, которые я уже не могу какой день сделать. И спасибо, мне правда приятно. Стрелки, да, иногда делаю. Короче, я еще, может быть, к вам выйду, если никуда не поеду, если останусь здесь. Всем спасибо за прямой эфир. Обнимаю, целую. Спасибо.